Всем приветики, мои цветочки. Я Хана Хицугая, и это, как обычно, перевод и озвучка Манихуа. Маленькая жена не убегает меня. 41 глава. Спасибо за вашу активность. Я это очень-очень ценю. Поэтому всем приятного просмотра. Что за ситуация? Почему этот мужчина неожиданно появился в уличном кафе? Почему мне кажется, что меня поймали за каким-то подлым приемом пищи? Почему он молчит? Что ему надо после всего этого? А где мы? Кладбище. Нам следовало прийти намного раньше. Вы так долго ждали. Су Бэньзи, Ли Юроу. Простите, что посещаем вас двоих так внезапно. Я не принес букет цветов, но обещаю, что компенсирую это при следующем визите. Ты ждал меня около университета, а потом пошел со мной до закусочной? Это потому, что ты хотел сходить со мной на кладбище к моим родителям? Внезапно я вспомнила, что есть слова, которые следовало бы сказать им раньше. У тебя есть слова, которые ты хочешь сказать моим родителям? Матушка, отец, я Фун Чэнь Сиань, ваш сын. Стой! Это же недоразумение! Те, кто произнес клятву в зале церемонии, это я и ты. С тех пор я твой муж, разве что у тебя другое мнение по этому вопросу. Но это не потому что... Я не знаю, что такое быть романтичным, а также не знаю, как баловать женщин. Но я знаю, что должен делать, как муж. То, чего ты желаешь всем сердцем, я помогу тебе достичь этого. Я защищу тебя, не дам в обиду. И твое сердце, и тело – это все часть моей миссии, потому что... Принимаешь ты это или нет, но сейчас... Ты моя жена и самое главное для меня. Ты...